Мама еще спит. В доме нельзя шуметь. Вот так-то лучше. Поиграй в тихую игру в комнате. Ладно, папа. В тихую игру. Не в барабан. Не в мячик. Не в роликовые коньки. Все, что я люблю, слишком шумно. А, вот это тихая игра. Ту-ду. Ту-ду. Осторожно, поезд. Ту-ду. Ту-ду. Тро-тро, ты же слышал, мама еще спит. А разве я шумел? Да. Так. О, последний. Шагом. А теперь рысью. Галопом. Чш, тра-тро. Опять слишком шумно. Да, шумно. Но все, что я люблю, это шумно. Лучше лягу спать. Это ведь тихо. Но это так скучно. Вот это не шумно. Я страшный монстр. Ты меня напугал. Тихо, Тро-тро. Папа, ты слишком шумишь, ты разбудишь маму. Надеюсь, Лили скоро придет. Привет, Тро-тро! Ходи, Лили. Я знаю, во что мы будем играть. Мы будем играть в прятки. И ты водишь первой. Считай до 10 и не подглядывай. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, хорошее место. 6, 7, 8, 9, 10. Я иду искать. Я вижу твои уши. Ты за креслом. О, ну ладно, давай еще раз. Давай. 1, 2, 3. Здесь она меня не найдет. 8, 9, 10. Все, я иду искать. Я вижу твои ноги, Тро-тро. Ты за занавеской. Нет, еще раз, Лили. 1, 2, 3. Но здесь-то точно не найдет. Надо посмотреть здесь. Тро-тро, вот ты где. Я опять вижу твои уши. Ты так хорошо играешь, Лили. Прошу, Лили, последний раз. Хорошо. 1, 2, 3. Нет, это слишком просто. Да, в шкафу.
Так, где же он может быть? Ну что ж, ничего. Значит, проиграю. Ура! Я выиграл! Я не вижу тебя, Тра-Тра, но я тебя слышу. Ты в шкафу. Да. Поиграем, Салки. Ладно, ой, ты водишь. Я тебя поймаю. Тро-тро, пора отдыхать. О! Нет, нет, нет. Да, 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 убирайся и в кроватку. Ну, папа, я хочу еще поиграть. Знаешь, папа, я совсем не хочу спать. Если хочешь поиграть с Лили, надо передохнуть. О, ненавижу спать днем, как маленький. И не шуметь, ладно? Я очень хочу поиграть еще. Шш, ты иди, только не звука. Теперь можно поиграть. Я построю тебе домик. Тебе здесь нравится, а? Ту-ду! Пропустите! Ту-ду! Ой, мы же слишком шумим. Ой. О. Я покатаюсь на лошадке. Вперед, скорей! Уточка, курочка, гусь, петушок. Пора вставать, Тро-Тро. Тебя ждет Лили. Я же говорил, нужно отдохнуть. Во что будем играть? В гонки. Кто первый, вон до того дерева. Ладно, побежали. О, я так устал. Я хочу спать. Я первая. А может, лучше поспать? Но как, Тро-Тро, ты же уже спал. Тро-тро! И принц поцеловал принцессу. Вот и сказки конец, Тро-Тро. Теперь тебе пора спать. Посиди со мной чуть-чуть, папа, пожалуйста. Что случилось, Тро-Тро? Тебе не нравится в кроватке? Нет, мне не нравится быть одному. Ты не один. Тедди же спит с тобой. Ну, мне страшно. И Тедди не поможет.
мамы горячие ноги, а папа вечно храпит. Но все равно здесь лучше. О нет, Тро-Тро пришел. И он занял всю кровать. О нет, он опять здесь. Так мы не выспимся. Тро-Тро уже большой и должен спать в своей кроватке. Папа, мама, где вы? О! Это же моя кроватка. Как же мы хорошо выспались. Ну-ка, уходите отсюда. И они жили долго и счастливо. Это конец сказки, Тро-Тро. Тебе пора засыпать. Так чего же ты ждешь? Ты что, опять хочешь в мою кроватку? Добрых снов, Тро-Тро. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Играть в футбол — это весело. А главное, я отлично играю. Что ты хотел, Тро-Тро? Поиграй со мной в футбол. У меня еще много дел, так что не сейчас, Тро-Тро. О, как жалко. Ну, может, ты попросишь папу? О! Гол! Отличный удар, Тро-Тро. Спасибо, пап. Давай поиграем в футбол. Не сейчас, Тро-Тро. Я немножко занят. О, ты тоже. Давай помогу. Конечно, отличная мысль. Собирай листья в тележку. Покатайся на велосипеде, а я пока закончу здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Привет, Лили. Пойдем поиграем. 9, 10. Нет, не сейчас. Я решила допрыгать до 100. 12, 13, 14. До 100. Не сейчас, понятно? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Не сейчас. Но я-то хочу поиграть сейчас. Хоть у тебя есть на меня время, Тедди. Давным-давно в Африке жили жираф и зебра. Они любили играть в футбол. Но однажды мячик попал к кролику, который прятался в траве. Тро-Тро! Да? Я закончила прыгать. Хочешь, поиграем? Нет. Не сейчас, как видишь, я занят. О! И кролик зашвырнул мячик высоко-высоко. Тро-Тро,
Тро-тро! О, что если нам устроить футбольный матч? Простите, не сейчас, может позже. Я занят. Папа, там за окном голодная птичка, ей холодно на снегу. Ей бы не помешал домик и немного еды. Скворечник, у нас должен быть на чердаке. О, папа, можешь принести его, а я схожу за хлебными крошками. Покрашенный скворечник будет совсем как новый. Потерпи, птичка. Я уже крашу крышу. Скоро закончу. Вот и пришли. Давай-ка скворечник, Тро-Тро. Я повешу его. Ау, птички! Птичий ресторан открыт! Тро-тро, готово. Подними меня, я насыплю туда крошек. Теперь, Тро-тро, чтобы птички прилетели, надо спрятаться. Ну, где же птички? О, вон одна. Ой, птички стали ссориться. Эй, так нельзя. Нельзя ссориться, а то не получите крошек. Вернитесь. Вот и все, так-то лучше, они поняли. Теперь они не будут голодать. Ура! Здорово дружить с птичками! Эй, привет! Давай играть! Жалко, но я пошел. Играть.
Тро-тро, ты видел мой шарик? Шш, иди сюда, поближе. А что ты делаешь за деревом? Я играю в прятки с другом. Вон. Маленький ежик, какой славный! Ой, мой шарик! Ой, ой. Бедняжка! Он спрятался. Мой шарик его напугал. Я придумал. Побежали. Сделаем ежику подарок, чтобы он видел, как мы его любим. Ой, смотри, это, наверное, его папа. Или мама. О, вот видишь? Ай! О, эй, Лили, дай мне одну варежку. Возьми, Тро-тро. Так гладить ежика не больно. Мамин телефон звонит. Мама не дает мне играть с новым телефоном. На, Тро-тро, а? Это тебе. Меня? Спасибо. Только аккуратно, Тро-тро. Это не игрушка. Ладно, мама. Алло, Тро-тро? Это Лили, ты меня слышишь? Алло, да, Лили, я тебя слышу. А ты где? Угадай. Я в саду под большой яблоней. А я знаю, ты в моем саду, и ты звонишь по телефону твоей мамы. Подожди-ка. Тро-тро, не потеряй мой телефон. Ладно, мама, я только найду Лили. Теперь и я под большой яблоней. Алло, Лили, ты меня слышишь? Да, Тро-тро, я слышу. Я знаю, где ты. Лили прячется за яблоней. Лили! Лили! Я сдаюсь, где же ты? Угадай! Приятный запах! Я все понял, ты в кухне. Вовсе нет, я собираю цветы. Цветы? Теперь я знаю, где ты. Ну нет, так нечестно, Лили. Хватит бегать. Тро-тро, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Ну давай, Тро-тро, вставай. Посмотри в песочнице, там тебя ждет сюрприз. Сюрприз? В песочнице? Да, Тро-тро, один цветок тебе, а другой Тедди. Тедди? Где же Тедди? Я его потерял. Нет, не бойся, посмотри у яблони. А, да, точно, я же его там оставил. Да, дурачок. Да, но как же Лили узнала, где Тедди? Потому что тут. И Тедди тоже. Ты меня поймала. Алло. Тро-тро? Да, мама, это я. Ты уже поиграл с телефоном? Да, мама, я только попрощаюсь с Лили. Алло, Лили, это Тро-тро. Привет. Пока, до встречи. Пока. Thank you.
Что ты делаешь, Тро-Тро? Учитель раздал нам пакетики с семенами, чтобы мы их посадили. Тебе нужен горшок и земля? Правильно, папа. Схожу за ними в сад. Чтобы вырос цветок, нужен горшочек. Набираем землю, не слишком много. Высыпаем семена. Вот так. Присыпаем сверху, чтобы было теплей. А потом поливаем. О, как тяжело! Побейте-ка семена. Вот и все. Теперь они прорастут. Ну же, растите семена, я вас жду. Ну, смелее. Ну, что такое? Чего вы не растете-то скорее? Папа, я посадил семена, они не растут. Не растут и все. Все в порядке, Тро-Тро. Но почему? Я тебе объясню. Подожди здесь. Ох. Ты знаешь, кто на этой фотографии? Это мой друг? Нет, Тро-Тро, это я, только маленький. Ты был маленьким? Я не всегда был таким большим, как сейчас. Правда? Да, правда. Чтобы расти, нужно время. Как и семенам, которые ты посадил. Нужно быть терпеливым, Тро-Тро. Кажется, я понял. Мы еще увидимся. Чтобы расти, нужно время. О, какой странный камень. Тук-тук-тук. О, черепашка. А? Не убегай, черепашка. Мама, мама, смотри, это черепашка. Ой, спряталась в домик. Но она настоящая, с головой и с ножками. Ух ты, малыш Тро-Тро, принеси-ка ей салат с кухни. Мы сейчас покормим ее. Эй, черепашка, выходи! Не бойся, я совсем не страшный. Здорово! Стой! Черепашка не очень быстрая. Пойдем. Давай погуляем. Что ты делаешь, Тро-Тро? Я гуляю с черепашкой. Я ее сам нашел. Она милая, но она не очень быстрая. Это потому, что она носит свой дом. Это же тяжело. Я ей помогу. Давай, клади ее сзади, Лили. Моя черепашка самая быстрая. Ну как, нравится? Так слишком быстро, Тро-Тро. Ой, она
она спряталась в домик. Ау, черепашка! Тук-тук-тук, ты дома? Может, мама знает, что делать? Мама, черепашка спряталась и не вылезает. Может быть, она хочет побыть одна, Тро-Тро? Положи ее в травку и поиграй во что-нибудь еще. Шелли, Шелли, ты где? А, вот ты где, Шелли. Моя. Ой, она моя. Утром она сбежала, и я ее искала. Му. Спасибо, что нашел мою Шелли, Тро-Тро. Черепашка Зои, черепашка Зои, черепашка Зои. Мама, она поцеловала меня за черепашку. Ха-ха-ха.